С какого возраста давать чай ребенку, чай в прикорме? А что же в современном мире, с какого возраста можно чай ребенку? Как вводить чай в прикорм? Об этом в сегодняшней статье и поговорим. О нем слагали легенды и мифы. Тонизирующие напитки употреблялись от Древней Руси до Древнего Египта. Отвары, отличающиеся по вкусу, пили славяне, инки, индейцы, викинги, фараоны, шаманы, самураи и монахи, наделяя чай поистине магическими и целебными свойствами. Польза чая. Чай – напиток с огромным списком целебных качеств. Он насчитывает более 300 химических соединений, таких как алкалоиды, дубильные и органические вещества, витамины, эфиры и аминокислоты. Некоторые из них встречаются только в чае. Употребление правильно заваренного напитка в умеренном количестве нормализует работу сердца, артериальное давление, пищеварение. И благотворно действует на работу ЖКТ в общем, лечит брюшной тиф и кишечные расстройства, обладает бактерицидным и адсорбирующим свойством, укрепляет сосуды и капилляры, улучшает качество крови, восстанавливает печень, снижает вредный холестерин. Действует в качестве общеукрепляющего и патогонного средства при простудах, стимулирует работу мочеполовой, нервной системы и почек, выводит радиоактивные вещества, улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, снимает мигрени и усталость, улучшает мышление. Список можно продолжать бесконечно, но какое действие оказывает на детский организм чай и с какого возраста можно его давать ребенку? Вред чая для детей. Польза этого напитка для взрослого очевидна, но до года организм обладает повышенной чувствительностью к любым новым продуктам и жидкостям. Поэтому с соками до года рекомендуют быть поосторожнее. А что насчет чая? По поводу соков, есть отдельная статья на сайте «Как вводить сок в прикорм». IGT, вещества, входящие в состав чая, могут плохо сказаться на детском здоровье, танин препятствует образованию витамина да и всасывание железа, что в свою очередь приводит к снижению гемоглобина и рахиту, щавелевая кислота провоцирует развитие кариеса на неокрепшей детской эмали и приводит к потемнению молочных зубов, пурин участвует в образовании мочевой кислоты, которая сказывается на усиленной работе почек и скоплении вредных солей. Кроме того, тонизирующие напитки, к которым и относится чай, может спровоцировать возникновение аллергических реакций, нарушает сон, вплоть до ночных кошмаров. Читайте по этому вопросу статью «Почему дети плохо спят?». IGT, подмигивающее лицо, действует чересчур возбуждающе и приводит к гиперактивности, учащает сердцебиение, ухудшает память. До года лучше воздержаться от ввода в прикорм чая. Основным напитком для ребенка до года является обычная чистая вода. О том, как вводить прикорм грудничку, с каких продуктов начинать, как научить малыша кушать чисто и аккуратно, смотрите в интернет. В курсе «Азбука прикорма», безопасное введение прикорма грудничку IGT, чувство меры, залог успеха. Тонизирующий напиток полезен и взрослым, и детям, но ко всему нужен разумный подход и чувство меры. До сих пор чай, будь то черный, зеленый, красный или желтый, пьют во всем мире, но утверждения, с какого возраста можно чай ребенку, различны. Если старшие поколения начинали вводить любой прикорм очень рано, то сейчас научно обосновано введение прикорма детям лишь после 6 месяцев. А тонизирующие напитки рекомендуют вводить как можно позже. Читайте по теме статью «Когда вводить прикорм ребенку на грудном вскармливании». IGT, в районе 1 года можно давать чай ребенку, слабо разбавленный. Это значит, что напиток должен быть светло-золотистого цвета, но никак не темным и пахучим, в зеленом чае огромное содержание танина и теина, поэтому знакомство с ним лучше отложить до 3-4 лет, черный чай следует давать не позднее 17 часов в любом случае, начинать следует с 1 чайной ложки, наблюдая за реакцией организма. Если нет аллергии и иных негативных последствий, дозу можно увеличивать до 50 мл до 4 раз в неделю от 2 лет, 100 мл через день после 3 лет, 200 мл напитка, заваренного обычным способом после 6 лет. В раннем возрасте рекомендованы гранулированные и пакетированные детские чаи. На каждой упаковке указан рекомендованный возраст. Чаи с добавками в народной медицине широкое применение получили и чаи с медом, мятой, лимоном.
Однако и здесь есть ограничения, мята из всем известного успокоительного может легко превратиться в возбуждающий напиток. Мет и цитрусы считаются сильными аллергенами, травы, например ромашка, также подходят не всем детям. Причем, это относится и к известным гранулированным растворимым чаям. Тот же фенхелевый чай, рекомендованный с месяца и распространенные, хипповские чаи, которые многие покупают с рождения. Читайте по этой теме также статью «Укропная водичка для новорожденного IGT, напомню, что до 6 месяцев, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ребенок должен находиться на исключительно грудном вскармливании. Помните, малыш до 6 месяцев не нуждается в дополнительном допаивании водой или чаями. Любые чаи, предлагаемые младенцу, могут негативно повлиять на формирование желудочно-кишечной микрофлоры и привести к аллергическим реакциям. О том, как правильно кормить грудью, смотрите в интернет-курсе «Секреты грудного вскармливания IGT деткам старше года». Можно давать чай, чай с добавками утоляют жажду и оказывают лечебное действие, чай с медом можно детям при простуде и для поднятия иммунитета, ромашковые чаи отлично борются с дисбактериозом и инфекциями горла, кстати, читайте статью «Как защитить ребенка от простуды IGT, подмигивающее лицо», чай с лимоном можно давать ребенку после 2 лет для восполнения витамина С. Также лимонный чай показан для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, сам лимон можно начинать вводить в прикорм с 9-11 месяцев. Читайте полезную статью по теме «Ребенок не ест прикорм в 9 месяцев IGT, подмигивающее лицо». Чай с лимоном улучшает пищеварение и обладает дезинфицирующим свойством. Молоко, как добавка в чай, нейтрализует вредное воздействие танина и щавелевой кислоты, что предотвращает вымывание кальция и скопление солей у малышей. Но помним, что молоко вводить в прикорм ребенка нужно очень аккуратно и в районе 11-12 месяцев. Подробно этот вопрос мы рассматриваем в статье «Молоко в питании ребенка IGT, но с добавками нужно быть крайне осторожно. Особенно с детьми до 3 лет. Медицинские тесты на аллергию маленьким детям делать бессмысленно, так как до 3 лет все системы только формируются. Помните, возможная детская аллергия проходит сама по себе, а после 3 остается только стойкая аллергическая реакция на тот или иной продукт, который уже можно определить точно. Пробовать добавлять мед, мяту и лимон можно и нужно, но начинать с очень маленьких доз. Если мед, то 1-2 грамма, если лимон, то 2-3 капли. Если все прошло хорошо, малыша не обсыпало, не началась диарея, узнайте, что делать, если начался понос у грудничка. IGT, подмигивающее лицо, или какое-либо ухудшение состояния, эти продукты можно ребенку, количество нужно постепенно увеличивать. Чай с медом в питании ребенка, медовый чай пойдет только на здоровье детям, но помните, что мед добавляют в уже остывший чай. Чтобы не убить полезные свойства, нельзя давать этот напиток при температуре тела выше 38 градусов, употреблять его нужно только в утренние часы, в какой дозировке можно мед детям. Детям старше 1-5 лет по 1,25-0,5 часа. Л. До 3 лет 0,5-1 час Л. После 3-х 3 часа Л. В сутки. Чай с ромашкой для детей. Чай из ромашкового цвета рекомендован при простудных заболеваниях или проблемах ЖКТ. Для приготовления 1 стакан Л. Сухоцвета необходимо залить 1 стаканом кипятка и настоять 15 минут. Давать детям чай из ромашки необходимо из расчета 1 часть настоя и 3 части воды. Чай с мятой для детей. Мята может послужить прекрасным успокаивающим средством. Однако, если переборщить с мятой, она начнет действовать возбуждающе и вызвать бессонницу у ребенка. Читайте полезную статью по этому вопросу, ребенок хочет спать, но не может уснуть IGT. Чтобы приготовить отвар, необходимо 2 ст. Лист сухой травы залить стаканом кипятка и настоять 30 минут, добавлять мятный настой в чай или питьевую воду из расчета 1 час Л. Для детей до года, 1 десертная, до 3 лет, после 3 по 1 ст. Л. Грудничкам пару капель свежей травы необходимо взять 1-2 листочка и заварить, как обычный чай, можно добавить имбирь. Отвар липы или шиповника, что также пойдет на пользу. Подведем итог, чай ребенку можно, но в меру и разумно.
Какой чай выбрать, детский гранулированный или обычный листовой с натуральными добавками, на усмотрение мам. При проблемах с питанием у ребенка старше года, смотрите интернет-курс «Едим с удовольствием», возвращаем здоровый аппетит ребенку. EGT, как научить ребенка жевать. Соки в прикорме, когда и как давать.